Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео я посвящаю плетению ковриков из косичек. Если у вас есть дети, если вы слышали что-нибудь вот о рейнбоу, то есть плетение из резиночек, то вот, вот эта коса сплетена точно так же, таким же способом. Это сплетено из резиночек от носков, вообще от носков. Можно рукава впускать сюда, можно впускать колготки, ну, все что-то вот такого размера. Итак, можно, конечно, много видео посмотреть. На YouTube есть такие видео, прямо они называются «Коврик из носков». И вот так выглядит коса, которая сплетена. Я не буду показывать, ну хотя в конце, если кому интересно, в конце я покажу, как начинать эту косичку. В завершении она скреплена, но так как вот у мамы здесь один моток и другой моток, они соединены, просто часть туда намотана, часть сюда. И какой же, как же выглядит коврик? Вот мы переходим на коврик. Вот такой коврик. Его уже используем. Ну, решила показать, так как будут спрашивать. Интересно будет посмотреть. Его можно плести, вернее, сшивать по кругу. Можно вот туда-обратно полосу пропустить. И вполне даже, ну вот это вот потолще, здесь можно видеть даже вот вязаные вещи, которые не совсем распускаются, что можно тоже сюда трикотаж, хороший такой трикотаж, ну хотя здесь вот и не очень хороший, но вот коврик этот довольно-таки нелегкий. Не с двух сторон, он идет одинаковый. И как его можно укладывать? Можно вот как эту косичку туда-обратно и сшивать, ну, как бы вот змейкой. Вот так вот, если укладывать. Вот какую вам нужно задать ширину, и вот туда-обратно проходить, сшивать их, то будет он, можно его сделать квадратный, можно сделать прямоугольный, можно сделать овальный, точно так же, как коврик. Вот дам ссылочку на еще на один коврик. Можно вообще любого формата такие коврики делать, поэтому если вам интересно, берите идеи и творите с удовольствием и на ваш вкус, на ваше усмотрение. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо всем за внимание. Рада буду, если кому-то понравятся подобные коврики, и кто-то тоже себе возьмет за идею и сплетет, сошьет такой коврик. Всем пока-пока!